Сельдерей зефир. Сорт скороспелый, требовательный к почве. Хорошо растет на глубоких суглинистых почвах, удобренных навозом. Вегетационный период 140-150 дней. Выращивание через рассаду. Посев производят в феврале-марте на глубину не более 5 мм. Всходы появляются через 15-20 дней. Высаживают рассаду в конце мая-начале июня на расстоянии 30-40 см. Убирают сельдерей дважды, в августе вырывают через одно растение, окончательно в конце сентября-октября.